За досрочное выполнение плана 9-й пятилетки коллектив Московского завода автоматических линий имени 50-летия СССР награжден орденом Трудового Красного Знамени. Начало новой пятилетки молодые рабочие ознаменовали почином личные месячные задания за 20 рабочих дней. Фрезеровщик Геннадий Филин, встав на вахту 10-й пятилетки, получил право сдавать продукцию с первого предъявления. На заседании постоянно действующего штаба социалистического соревнования Геннадий выступил с призывом выполнить пятилетнее задание за 4 года. Его поддержали товарищи по цеху, коммунисты, Николай Пашихонов, Михаил Беленко, ударник 9-й пятилетки, Семен Малкус, специалист высокой квалификации, и другие рабочие механического цеха номер 4. По примеру передовиков, встречные планы разработали все цехи завода автоматических линий.